В Новый год без долгов по зарплате. Фрунзенская прокуратура в 2018-м активно защищала права работников. На сегодняшний день всего у 3 предприятий остались долги по заработной плате. Во всех организациях проведены проверки, приняты меры прокурорского реагирования. В адрес руководителей внесены представления, возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы проверок направлены в правоохранительные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. По результатам принятых мер прокурорского реагирования задолженность погашается. Например, завод ООО «Электро» погасил задолженность по результатам наших мер в размере 900 тысяч рублей. В судебном порядке прокуратура взыскала задолженность перед 120 работниками УАО «Стройиндустрия Холдинг». Исполнительные документы находятся в службе судебных приставов. По ним производится взыскание.